Всем привет, ребята! На карте Ронда добавили новый автомобиль, точнее сказать, автобус Пика. Это автобус, который работает на электроаккумуляторах. На него не нужно топливо. Вот так вот он выглядит. Смотрите. Шестиместный. Сейчас посмотрим, как вид с кабины. Да, он достаточно тихий, прям вообще практически не слышно. Сейчас посмотрим, сколько он разовьет скорость максимально, хотя бы 129-130. Да, неплохая и довольно управляемая техника. Но теперь, ребятки, надо покататься мне, поискать, где находятся станции подзарядки аккумуляторов на этот автомобиль, потому что аккумулятор заряжается очень быстро. Ребят, объездил всю карту, а станцию подзарядки для этого электроавтобуса я так и не нашел. Не знаю, как она выглядит и где ее можно найти. Поэтому, сори, хотел показать, но не судьба, похоже.